одном из самых засушливых мест на планете покинутым людьми обитают звери, рожденные выживать. Здесь есть и другие, которые выживают вопреки всем трудностям. Пустынные лошади. Выпущенные на волю сотню лет назад. Они превратили эту суровую местность в нечто особенное. Дикий запад Африки. Покрытая грядами дюн, пустыня Намиб на юго-западе Африки располагает бесценным сокровищем. Водой. Каждая капля на вес золота. В пустыне есть круглый водоем, созданный человеком. Он находится здесь благодаря этому городу. Людорец – маленький колониальный порт на границе пустыни. Он находится на территории современной Намибии, бывшей германской юго-западной Африки. Когда в 1908 году здесь нашли алмазы, колонисты огородили эту территорию. Она стала называться Шпергебит, или запретная зона. Из Германии в Людорец перебрались искатели быстрой наживы. Их города способствовали развитию этого региона. Вглубь страны проложили железную дорогу. У путей до сих пор остались резервуары с водой, которые утоляли жажду паровозов. Сегодня вода все еще ценится здесь превыше всего. Однако в 1915 году, во время Первой мировой войны, всему пришел конец. Британский Южноафриканский союз нанес поражение немецким силам. Те, кто могли, покинули страну. Другие задержались здесь надолго, в лагере для военнопленных в Аусе, в самом сердце пустыни. Некоторые остались здесь навсегда. Считается, что обе стороны бросили своих лошадей. Оставили их умирать в пустыне. Но некоторые из них сумели выжить. Благодаря этому круглому колодцу в Гарубе. Сегодня уже 150 их потомков ходят по пустыне. С целью, которая кажется недостижимой. Найти еды.
На этом отрезке между Людерицем и Аусом изредка появляются клочки зелени после еще более редких дождей. И лошадям необходимо добраться до травы, прежде чем жажда заставит их повернуть назад, к водоему. Им нельзя отдаляться от скважины более чем на 40 километров. Обычно табун ведет жеребец или два. Иногда во главе может быть кобыла. Любой, кто окажется самым сильным и выносливым. В июле, во время зимы в Южном полушарии, по прошествии 11 месяцев появляется жеребенок. Кобылы собираются вокруг, чтобы оказать поддержку. Главный жеребец заявляет свои права на отцовство. Будет оберегать своего детеныша от нападений других жеребцов. Жеребенок одержал первую маленькую победу. Он сумел подняться на ноги, чтобы отведать материнского молока. В этой пустыне свои законы. Следуя им, лошади обрели крутой нрав. Около 10 семей и группа холостяков постоянно перетасовываются между собой, странствуя по пустыне. Иногда жеребят необходимо защищать от норовистых молодых жеребцов. Даже сухая и малопитательная трава становится здесь настоящей роскошью. Пришло время зимних дождей, но их еще не было. Отсутствие дождей сильно осложняет лошадям жизнь. Они никогда не смогут покинуть пустыню. Им ни за что не достичь плодородных земель на юге, которые находятся за огромным ущельем Фиш-Ривер. Им не суждено увидеть оранжевую реку, извивающуюся через пустыню Намиб на пути к морю, и изобилие ее сочных берегов. Чепрачный шакал может найти все необходимое там, где река встречается с морем.
Города-призраки и заброшенные фабрики, зияющие вдоль берега, идеальное место для семейств шакалов. Эти детеныши родились в сентябре, во время весны. Теперь, в октябре, единственное их желание – исследовать все вокруг. У них есть собственная площадка для игр. Хотя из-за ржавых гвоздей она небезопасна. Между тем, находящийся у берега остров Галифакс – настоящий рай для пингвинов. Очковые пингвины – единственный вид, который может выдержать африканский климат. Кажется, что большую часть времени они проводят за ухаживаниями. Благодаря отсутствию хищников на острове, самцы и самки могут посвятить каждую минуту друг другу. И солнечным ваннам. Тем временем на просторах пустыни жеребенок смог пережить первые недели. В полдень здесь стоит 40-градусная жара, в то время как ночью температура падает ниже нуля. Как и в любом другом месте Африки, у водоема несут вахту караульные. На страже колодца стоят сернобыки. У них есть оружие, чтобы отразить угрозу. Когда в пределах водоема становится совсем нечего есть, они отправляются в длительное путешествие по пустыне. Во время долгого пути к отдаленным пастбищам сернобык может регулировать температуру своего тела и запасать воду в больших количествах. По своей способности выживать, они гораздо превосходят лошадей. Старейшая пустыня мира – это место из вечной засухи, неистовых скачков температуры и постоянных ветров. Пыль и песок повсюду сопровождают пустынных лошадей в их скитаниях.
социальное взаимодействие помогает им выжить даже в самых суровых условиях. Почти в 100 километрах отсюда на побережье бушует юго-западный ветер. Шакалы исследуют морской берег в поисках еды. В октябре здесь появляются новые возможности. Во время весны в южном полушарии у капских морских котиков рождаются детеныши. Котики вовсе не опасаются шакалов. Самцы всецело поглощены защитой своих территорий. Раз в день или чаще матерям необходимо выходить в море за едой. И тогда их детеныши могут стать добычей. Малыши абсолютно беззащитны. Шакалы душат детеныша, сжимая ему глотку до тех пор, пока он не задохнется. Это может занять до 20 минут. Жесткая кожа и толстый слой подкожного жира затрудняют доступ к мясу. До тех пор, пока шакалы не находят слабое место под ластами. Пока мать отсутствует, ни один котик не вмешается. В декабре наступает самый разгар лета, и засуха полностью завладевает землей. Колодец в Гарубе привлекает животных из более отдаленных уголков пустыни. Южноафриканские рыбки прилетают сюда сотнями. Самцы смачивают перья на животе, чтобы таким образом отнести воду своим птенцам. В
конце жаркого дня лошади расслабляются, кувыркаясь в песке. Для измученного старого жеребца это становится пыткой. Без возможности поддерживать свои силы питательной травой, его мышцы истощились. Атлантический туман редко проникает вглубь суши. Сейчас он достиг Гарубы. Во время засухи даже несколько капель воды, упавших на иссохшую траву, существенно меняют положение вещей. Лошади могут остаться подольше там, где есть еда. В прохладной погоде мечтают и на побережье. Очковые пингвины изнывают от жары. Однако сейчас они демонстрируют небывалую активность. Пришла пора строительства гнезд с использованием сухих водорослей, выброшенных на берег. Изможденные пустынные лошади в который раз отправляются на поиски еды. Им придется довольствоваться корешками и сухими ветками. Как и все лошади, они могут перерабатывать собственный навоз. Теперь это единственный источник дополнительных питательных веществ. Недостаток минералов станет для многих смертным приговором. Особенно для старых, молодых, а также для кобыл, которые недавно ожеребились. Им необходимо гораздо больше энергии, чтобы обеспечить потомство молоком. Эта кобыла осталась позади. Ее съедят гиены и шакалы. Многие же ребята, родившиеся в этом году, погибли во время ночных нападений. Даже без хищников надежда на выживание может быть хрупкой.
Если же ребенок не поднимется, он не сможет питаться молоком. Кобыла не станет ложиться, чтобы накормить своего детеныша. Это слишком опасно. У жеребца не остается другого выхода, кроме как вернуться и охранять табун. В итоге оказалось, что он был недостаточно силен. Низкое давление над Атлантическим океаном гонит насыщенные влагой тучи вглубь суши. Этого достаточно, чтобы пошел дождь. Первый дождь за весь год. Вскоре вода заполняет собой все впадины. Смешиваясь с пылью, вода создает замечательную грязевую ванну. За ночь появляются островки зелени.
Этого как раз хватит лошадям, чтобы они могли двигаться дальше. И они даже находят в себе силы порадоваться этому. Побережье также наступило время новых надежд. Пингвины растят потомство. Шакалы тоже готовятся к созданию семьи. Быки вернулись из дальних странствий. Лошади сумели пережить еще один год в условиях, к которым они были совсем не приспособлены. Пустынные лошади стали символом одного из самых удивительных мест на Земле – Дикого Запада Африки. Программа озвучена на студии «Велес». Текст читал Станислав Войнич.